Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Власти Тувы установили на 2018 год самую меньшую среди регионов Сибири квоту на временное проживание иностранных граждан – всего 100 человек. Правительство России утвердило соответствующее распоряжение, подготовленное Министерством внутренних дел. Примерно такая же квота определена для Республики Алтай – 120 человек. В остальных регионах Сибирского федерального округа готовы принять на жительство от 350 до 3000 человек. Кроме Тувы, до минимума сократили потребность в иностранной рабочей силе только 4 региона России – это Республики Мариэл, Чуваш, и Кировская область, где число мигрантов также не должно превышать 100 человек, а также Ненецкий автономный округ, заявка которого на 2018 год составила всего 50 иностранцев. Количество квот на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства уменьшилось и в целом по России. В 2018 году разрешение на временное проживание будет выдано на более 19 тысяч меньше, чем в 2017. Напомним, что размер квоты утверждается федеральным правительством ежегодно на основании предложений органов исполнительной власти субъектов России, подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Накануне ночью в районе ипподрома произошло технологическое нарушение. Без электроэнергии остались жители верхней трассы от поселка Спутника до административного здания МЧС. Причина, по которой жители частного сектора остались без света – перегруз в электросети. В пролете между двумя опорами по улице Фрунзе перегорел провод. Чтобы ликвидировать последствия на поврежденной линии, к аварийно-восстановительным работам оперативно были привлечены две бригады энергетиков и 5 единиц техники ТВ-энерго. Сейчас у нас происходят аварийно-восстановительные работы. После обхода осмотра нашли поврежденный участок линии. В данный момент восстанавливаем. После восстановления будем включать линию под напряжение. По словам энергетиков, такого рода нарушения в большинстве своем происходят из-за перегруза на электросетях. В связи с активным и массовым использованием электронагревательных приборов жителями частного сектора в разы увеличивается нагрузка, что существенно влияет на качество электроэнергии и отражается на его надежности. И, как показал ночной сбой в работе энергооборудования, становится причиной аварийных отключений электричества. Сегодня все суды Тувы открыли двери для школьников и студентов. День открытых дверей в масштабах всей республики проходит впервые. В рамках профессионального праздника юристов и Дня Конституции России школьники могли задать судьям интересующие их вопросы, принять участие в правовых викторинах и конкурсах на знание Конституции страны. У них эти знания, они несколько такие, теоретические, да? А вот здесь, когда они своими глазами видят, как это все происходит, это позволяет им практически вот это все посмотреть. И вот даже, знаете, когда бывает, что иногда вот студенты попадают на судебные заседания, вот на открытые судебные заседания, если это так совпадает, мы в качестве посетителей в зал судебного заседания проводим, на многих это оказывает просто ошеломляющее воздействие, потому что одно дело читать учебники, а другое вот своими глазами увидеть, как решаются судьбы людей и как за то или иное правонарушение многим приходится потом горько сожалеть. Верховный суд республики посетили учащиеся 4-й школы и 5-й гимназии Кызыла. Экскурсия началась с 5-го этажа здания, где подросткам рассказали об истории Верховного суда. Далее школьники прошли в зал заседаний, где их разделили на две группы, и они сами могли протестировать электронную систему ФИМИДа. Кроме того, старшеклассники побывали и в роли так называемого засекреченного свидетеля. Полностью имя, фамилию, отчество. Плохо слышно. Можно еще что-то говорить? Александр Родионович Бородач. Год рождения. 1987. После школьников познакомили с судьями и работниками аппарата. Встреча прошла в дружественной атмосфере. Школьники непринужденно беседовали со служителями ФИМИДы, а судьи были рады неподдельному интересу ребят. Я тут уже не первый раз. У нас была уже экскурсия. Нам тут все подробно рассказывают. Водят на разные этажи. Также зал суда очень интересный. Тут также есть видеосвязь с другими судами. Вы
В завершении дня открытых дверей ребят ждал увлекательный рассказ о символе правосудия Фемиде. Организаторы мероприятия надеются, что экскурсия будет полезной в плане представления о судах и их работе и внесут свою лепту в правовое воспитание подрастающего поколения. На дополнительную поддержку общественных организаций инвалидов правительство России выделит 60 миллионов рублей. Такое распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Точная сумма, указанная в документе, составляет 1 миллиард 499 миллионов 800 тысяч рублей и выделяется в виде субсидии в 2017 году. В списке получателей средств указаны такие организации, как Всероссийские общества глухих и слепых, а также организация «Инвалиды войны». Пояснительная записка к документу информирует о том, что финансовые средства выделены на основании федерального закона, который вносит изменения в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов от 14 ноября этого года. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 53 копейки, евро 69 рублей 33 копейки. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семёновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Двухкамерный холодильник «Атлант» всего за 15 990 рублей. РБТ.ру. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». С 27 ноября по 3 декабря в каждом регионе страны специалисты Управления Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии по телефонам горячих линий консультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Об этом сообщило сегодня ведомство на своем официальном сайте. Кроме того, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря, Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой совместно с другими общественными организациями государственными органами проводится акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Ее цель – привлечение внимания к проблеме распространения заболевания в России, объединение усилий в ее решении органов власти и общественных организаций. Информация о времени работы и контактах горячих линий размещена на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Отмечается, что в настоящее время в России диагноз ВИЧ имеет свыше 900 тысяч человек. К 65-летнему юбилею научной библиотеки Тувинского государственного университета состоялась республиканская научно-практическая конференция «Библиотека и ВУЗ. Проблемы и перспективы взаимодействия». С поздравительной речью обратилась к сотрудникам библиотеки ректор университета Ольга Хомушку. Сейчас, сегодня, подводя определенные итоги, мы, конечно, с удовлетворением, оглядываясь назад, понимаем, что и образование, и наука – и библиотека – это три неразделимых части, без которых, я все-таки надеюсь, невозможно жить не только современного человека, но и человека будущего. К юбилею библиотеки почетным нагрудным знаком за вклад в развитие научной библиотеки ТУВГУ была награждена заведующая отделом обслуживания библиотеки Эмилия Тюлюш. За добросовестный труд почетной грамотой отмечен заместитель директора библиотеки Сайынбек Күжүгет. Не забыли поздравить с юбилейной датой и ветеранов научной библиотеки университета. Как признается Евдокия Залуцкая, за 65 лет библиотека изменилась до неузнаваемости. В 60-е годы был только один читальный зал. Конечно, книг больше, и все, и абонементов вон сколько много, и читальных залов много. Вообще везде компьютеризировано, так что сравнивать с тем временем, когда я работала, тут две больших разницы. После торжественной части началось пленарное заседание конференции. Работа секции была посвящена научной деятельности библиотек, проблемам и перспективам изучения вопросов краеведения в Туве, комплектованию и хранению книжных фондов.
Россияне завоевали 2 золотые медали в заключительный день чемпионата мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходил в Польше. В минувшее воскресенье золото в категории до 65 килограммов завоевал Начин Кулар, победивший Баджранга Баджранга из Индии. Вторую медаль высшего достоинства в копилку сборной России принес Гаджи Набиев, победивший в категории до 74 килограммов Аксарбека Гулаева, представляющего Словакию. Бронза у Василия Михайлова из Украины и Автандила Кенчадзе из Грузии. Также в субботу на старте турнира россияне завоевали золото, серебро и бронзу. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью минус 18, минус 20 градусов, днем минус 12, минус 14. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Радане погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 9. На Полке ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 13 градусов, днем минус 14. В Танзыбее пасмурно, мелкий снег. Температура воздуха утром минус 25 градусов, днем минус 15.